Нынче праздник у ребят. Ликует пионерия. К нам сегодня приезжает Лаврентий Павлович Берия. Шутка, шутка. В общем, сегодня 9 мая. Надо дело это отметить. Отметить по полной программе. Поэтому я себе сделал всякие вкусности. Вкусности и буду жрать их весь день. И вспоминать великий день победы. Да. Вот, например, с утра что я сделал. Взял яблочки, их ошкурил, порезал и забацал вот такой вот компотик себе. Да. О, царский. Понял? А, как слеза. Понял? Понял? Стоп, скурванул спиртного напитка, а потом запил стаканчиком вот этого компота. О, да? Бля. Во. Вкус. Да? Вот такие дела. Понял? Яблочки какие? Наливные. Яблочки-то, блядь, наливные. Ой, вот так вот. Ребятишки. С праздником всех! С праздником Великой Победы. Да. И в этот праздник, суки, отключили горячую воду. Бля. Вот такие дела. Вот такие у нас, блядь, начальники. Вот такие начальники у нас замечательные, бля. Сознательные, нахуй, бля. Гуманные, нахуй. Начальники, бля. Вот такие начальники, да. Ликует пионерия! К нам приехал нынче Лаврентий Павлович Берия. Вот такие дела.